Вся наша жизнь игра. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Ну что ж, мы продолжаем смотреть за лучшими командами легендарного дивизиона. На этот раз у нас на очереди команда X-Qual против Five Elements. Ну и здесь, дорогие друзья, каждый из вас делает ставки сам. Кто для них фаворит? Лично для меня это команда Five Elements. Но мы уже убедились на примере предыдущего матча, что сходу из плеча рубить ни в коем случае не стоит. И даже самая, так скажем, слабая команда по итогом первых 5 матчей, которая проиграла 5 матчей подряд, может выбить команду, которая, ну, в турнирной таблице точно была выше их и сильнее. Поэтому, Максим, что скажешь ты вообще по этой встрече? Ребята, я думаю, сами выбор сделают. Но команда X-Qual, в принципе, играет довольно неплохо последнее время. Да, парни пытаются вернуться в игру. У них хорошо наладилась координация внутри команды. И индивидуальный скилл каждого вырос, это явно. Но я также сделаю ставку на команду Five Elements. Также скажу, что этих ребят выставляю в роли фаворитов. Посмотрим, как будет на самом деле. Ошибаемся ли мы с тобой? Ну и открываем ставки на это противостояние. Ну что, атака в исполнении X-Qual, оборону в исполнении Five Elements. Ну, Five Elements на обороне вообще играть, в принципе, легко. Это команда, которая уже на этой карте столько раз отыграла, столько было моментов жарких здесь. И вообще опыта на эту локацию Five Elements более чем предостаточно. Стиви имеется. Стиви, кстати, у нас с чем играет? С кемпой. А это вдвойне тяжелее будет при заходе в тот же аплэнд команде X-Qual. Поэтому, смотри, ребята сразу с первого же раунда готовы терроризировать Б. И вот уже по молодости залетает очень много урона. Куза вылетает, но здесь на парочку. Ред как-то здесь уснул. Не успел ничего противопоставить Кузе. Кузи нашел фраг, и там размен от Спарса еще есть. Ну и Тимоха пока что только один минус нашел для своей команды. И здесь просто череда неудач преследует Five Elements. И это 1 в 3 для Стивоса. И первый же раунд для команды X-Qual. Ну, жестко, жестко. Игроки команды X-Qual сейчас просто проходятся танком по своему оппоненту. Ну что, давай посмотрим. Может быть, и в дальнейшем парни смогут нас чем-то удивить. Возможно, здесь у игроков команды Five Elements все так же пойдет явно не по плану. Но первый раунд выдался довольно крушительным. Пошла опять же перестрелка. Ну и посмотрим, в пользу кого она увенчается. Есть минус от Спарса, Тимохи и Кузы. Но, тем не менее, ситуация 3 в 3 на карте. И до Кузы еще может добраться молодость. Да, у него это получается неплохо. Есть минус. Спарс вместе с Коби пытается еще исправить ситуацию для команды. Но насколько хорошо у них это получится, давай посмотрим. Тимоха очень битый. И это проблема. Это очень большая проблема для команды Five Elements. И Тимохе здесь, наверное, только на голову нужно было бы играть. Скорее всего, даже с дома. Молодость идет уже. Из-под семерки молодость. Отличный хедшот. И Коби. Коби играет 1 в 2. По нему есть информация. Тимоха очень агрессивно играет с дому. Понимает, что он здесь как отвлекающий маневр. Хаешка под газировку полетела. Молодость. Отличный минус. И это также первый раунд для команды Five Elements. Ну, быстро команда Five Elements отвечает. Хотя, опять же, раунд был под угрозой срыва. И Тимох молодец, что выжил. Он сейчас очень важную роль сыграл в ретейке этого раунда. Потому что, понятное дело, что с 3 хп особо ты не повоюешь. И ты максимум, что можешь делать, стягивать на себя внимание. В то время как молодость должен был делать этот фраг. Все так и случилось. Команда Five Elements молодцы. Но X-Qual показали хороший раунд. И дважды уже подряд. Поэтому здесь можно от них ожидать что-то интересное. Но будет ли очередная попытка ворваться на позиции ланга с их стороны, пока что неизвестно, играют перед БКФ. Но тем временем есть также смещение от Роуса в район шарта, пытается вести здесь же перестрелку. Но тем не менее может прогореть, если опять же полетит один. Это Майра Куза открывается на лонг, и будет перестрелка против молодости с третьей линии. Молодость пытается выжить, но он должен давать информацию, что Куза уже вышел под бетон. А там уже Эд Майер на длине тоже вовсю орудует. Роуз закрывает Стивоса на зиге. Размен молодости имеется неплохо. Слушай, молодость пока что по итогам первых трех раундов сложила себе довольно грамотное впечатление, положительное. И этот парень совершает огромнейший объем работы для обороны сейчас, для своей команды. Ну а X-Qual в свое время уже в пленту. И установки бомбы ничто не помешает, кроме как триггер, установленный ими в пленту. Но здесь Коби попытается на стрейфак сейчас этот триггер разбить. Никак не попадает. Попал, но все-таки и урона довольно много получил. Эд Майер будет закрывающим на 4, на четверке. Ну а Спарс в пленту вместе с Коби. Бомба была установлена. Выбивание пойдет через пятак от 505-го и молодости. Спарс вместе с Коби пытается еще как-то выдержать натиск своего соперника. Но особо здесь игроки команды Five Elements тоже не торопятся. И за спиной у них находится Эд Майер. 36 кп, но зачекал все-таки молодость своего энеми. Есть минус. Ну и, дорогие друзья, мы продолжаем наблюдать за противостоянием, за выбиванием,
стака, но там от Реда неплохая пачка залетает по спарсу в нубку, плюс молодость выбивает бомбсайт. Есть минус, и это 2-1. Команда Five Elements берет два раунда к ряду для себя. Но опять же, смотри, насколько эти раунды получаются тяжелыми для них, да, X-Qualы начинают раунды очень классно, они успевают везде размениваться под любой позиции, под которую бы они не вышли, где они теряют игрока, там и следует размен. Это тоже довольно важная вещь обороне в меньшинстве, а еще даже не то, чтобы еще обороне не то, чтобы в меньшинстве, им даже 3 в 3 там, ну, в одинаковом состоянии, в идентичном, как и соперник, находиться нельзя. Все-таки вы оборона, вам обороняться сложнее. Допустим, атака-то может просто там втроем на одного выйти и задавить этого игрока. А вы должны терпеть. Конечно же, преимущество в одного игрока дает определенный карт-бланш обороне, но когда в два игрока преимущество, тогда уже лучше. И, по-моему, ни разу за всю эту карту пока что еще у Five Elements не было преимущества в два игрока, что тоже говорит о многом, насколько X-Qualы хорошо действуют в атаке, и именно в плане стрельбы у них многое получается. Но в целом команда Five Elements в последние матчи я лично не узнаю, как парни играют. Можно было списать на неудачные дни, но тем не менее, это уже длится как раз-таки третью неделю. Ну, поехали посмотрим, что будет сейчас. Тимоха вышел на аркаду, нашел даблкил. Сразу же минус Спарс, минус Роуз. Неприятно, неприятно для команды X-Qual. Потеряли сразу же двух ведущих игроков. Ну и поехали посмотрим, чем смогут ответить. Смещение имеется от Коби под банан. Он надеется еще поймать здесь аркаду 505-го. Но 505-й сидит спокойно. Спокойно под коробом. Чек плюсом от Стиви имеется аплейнтаз дома. Так что за альфу особо переживать не стоит. Но вот 505-й при смещении на банане соберет приличное количество инфы. А там еще и Ред закрыл Эдмайра. Ой-ой-ой. А вот и, пожалуйста, первый раунд, в котором Five Elements выбираются в два игрока преимущества. То есть это первый раз на этой карте. Ну и стоит отметить, что в этом раунде уже и в целом команда X-Qual смотрится не так дисциплинированно, как-то не так грозно, наверное, как в предыдущие раунды. Ну вот Коби здесь находится. Минус по Тимохе в центральном кафе. Тимох все-таки зря, наверное, так глубоко пропушил центральное кафе, хотя наличие четверых игроков против двух определенно ему развязывало руки в данной ситуации. Ред находит минус на шарте. Куза 6 хп на ланге. Он здесь никуда не уходит от 505-го. Это 3-1 в пользу команды Five Elements. На самом деле, команде X-Qual я бы сейчас, наверное, посмотрел какой-нибудь очень быстрый раунд сыграть. Тот же под А плент, под Б плент. Не столь важно, куда это будет направлена атака. Но главное, чтобы она получилась молниеносной. Постараться здесь сконцентрироваться на своей стрельбе. Постараться соперника просто вывести, да, из равновесия, когда вот играются раунды довольно медленно и размеренно. То есть Five Elements уже привыкли к такому стилю, поэтому у них никаких проблем-то и не наблюдается. В том-то и суть атаки, да, чтобы она могла на контрасте своего соперника удивлять, растягивать и выманивать своего соперника на ошибки. Пока этого от X-Qualов не видно, они как по заданному темпу шли, так и идут. Но вот сейчас, по стечению трех раундов, которые они проиграли подряд, уже видно, что темп становится все медленнее и медленнее. Это тоже одна из самых грубых ошибок этой команды на данный момент. Эдмайер заходит соло, и здесь же не было информации по пирамиде, получает сразу же дамага по себе, и должна быть информация о том, что под коробом начинается шумиха. Ролл с уашками уже готов принимать здесь на чеке Реда, но навряд ли Ред пойдет непосредственно в бокс, он будет играть от пятерки. Но от 505-го есть неплохой минус по спарсу. Б-сайт железно сейчас закрыт со стороны команды Five Elements. Под альфу надо попытаться вломиться. 505-й Андрей Калугин попытается добраться еще и до Куздри. Да, все есть по нему информация, но вот Куза все-таки в этот раз выступает в роли фаворита в этой очной перестрелке. Есть минус, зато Стиви его щелкнул неплохо. И попытка от Роуса пикнуть пятак не увенчалась удачей. Это 4-1. Ну и раунд отделяет их от довольно крушительного поражения на первой половине. И знаешь, что самое интересное? Вот эта медленная стратегия, либо, да, Сэмми такая, Сэмми Слоу, она очень удобна для команды Five Elements в том плане, что у них есть снайпер. Снайпер может постоянно побегать, повыбирать себе позицию какую-то. Да, но здесь опять же, смотри, быстрый темп и сразу два фрага. Сразу на контрасте команда X-Qual делает два минуса. Да, там был размен один от Стиви, но опять же, это всего лишь один фраг. И вот Роуз сейчас подставляется под шорт, минус по Рэду имеется. Ну зачем? Ну вот, как по мне, именно вот эта ошибка индивидуальная была в исполнении Роуза. Сейчас ситуация не требовала того, чтобы он пикал шорта, потому что там уже ставился аплент. Ну и Куза в очень хорошей позиции находится. То есть максимум Роуз должен был выходить в спину своему сопернику. Ну а молодость не прочекал Кузу. И Куза сейчас такую информацию добывает, что мама не горюй. Ну вот и Куза добирается плюсом до молодости. От Коби есть пара. До молодости. До молодости есть по Стиви информация. Он выходит все-таки фазумом на Кузу.
Но там еще и хаешка от Спарса вылетела. Это 4-2. Пытаются еще вернуться в игру игроки команды X-Qual, но на первой половине сейчас каждый раунд для них, по сути, решающий. Если забирает тройку для себя, неплохо уже будет. Но вот Стиви на бочке по первому же таймингу ловит Роуза, минус у Ашки. И Куза попытался Спарсом ловиться под аплейн, но саппортов не было. Он погибает, и размена в соответствии не следует. И за считанные секунды команда X-Qual остается в меньшинстве на двух игроков. Тимоха на Аркадий ЦК выходит в четверку, находит минус Коби, забирается до Эдмайера, и Спарс 1-5. Да, ну здесь полетели уже сами Five Elements тоже поджимать абсолютно каждую позицию. Тимоха на банане уже. Ну и Тимоха, на самом деле, он, смотри, в соло такой разведчик. Ему будет сопортить спину молодость, но Спарс уже на Т-респауне. Спарс может найти 1-2 фрага, сейчас потом выдержать небольшую паузу и постараться отыграть клатч раунд для своей команды. Но будет это сделать, на самом деле, очень тяжело. И Рэд сюда же выходит на четверку, чтобы дать раннюю информацию своей команде, если даже он погибнет. Все, теперь полная инфа есть. Команда Five Elements за счет того, что вот Рэд вышел именно на 4, да, он выиграл очень огромное пространционное такое время, пространственное, прошу прощения, время для своей команды, чтобы она успела сместиться, чтобы она успела понять, где находится конкретно соперник, и предположить, куда он пойдет. То есть здесь позиционка должна строиться именно вокруг этого тайминга, который добыл как раз таки Рэд. Ну вот о чем я и говорил, два фрага он может найти и просто играть уже попытку клатча. И сейчас этот клатч постепенно начинает воплощаться в жизнь. Но и Спарс будет выходить все-таки через лонг далее, если не попадает в прицел снайпера команды Five Elements. Ну или Стиви здесь промажет, а он промахнулся, то Спарс... Вот, тащит, пожалуйста. Тащит, как же я прочел это у пацана! Хорошо. Сколько счастья. Это, знаешь, это чисто вот мое счастье, потому что я еще понимаю... что я плюс-минус на игроками с одной на одной волне такой, да, что-то могу прочесть, что-то могу прочитать, ну, точнее, как-то предугадать. И два фрага подряд сейчас в исполнении команды X-Qual было, правда, два подряд размена от Five Elements имеется. А вот Кузу-то не заметили. И Спарс, если 505-го закроет, то это будет беда для команды Five Elements, потому что это будет 1-3 для молодости. Но молодость получает хаешку, он уже знает, где находится его, один из его оппонентов, Куза. Кузе надо убегать, ну не надо здесь стреляться вообще ни в коем случае. Здесь уже и на Зиге бегает во всю Коби. Но это, конечно, прям жесть какая-то для молодости, но 1-2 опять же потащить может. Но с учетом того, что он остается буквально на втычку, не знаю, как будет вытаскивать этот парень. Смещение на пятак будет, здесь же Куза с 13% здоровья сидит. Спарс уходит непосредственно под Т-шку, но Куза справляется самостоятельно. На пятаке закрывает молодость. И это, дорогие друзья, все-таки 4-4 счет на табло, а так все хорошо начиналось для команды Five Elements. Да, теперь как бы не закончилось все минорно для них. Стиви там выглядывает в щелочку такую сейчас будет, высматривать, где находится Спарс. А Спарс на позиции Мерсисайда находится у нас. Кто старичок у нас тут знает, что именно на той позиции очень часто играл снайпер команды Китаганг. И здесь, смотри, быстрый выход через лонг, и остается только молодость. И здесь уже вся его команда покидает свои рабочие места, выходит в лобби. И команда X-Qual отбивает 4 раунда подряд. 4! Молодцы. Ну, и с самого начала матча я сказал, что я не узнаю команду Five Elements. И знаешь, они вроде как уже были готовы опровергнуть мое мнение. То, что да, ребята немного подсдали, есть какие-то определенные проблемы у команды. Когда первая половина была готова закончиться со счетом там 5-1. Но тем не менее, здесь, я думаю, спорить уже просто нету смысла. То, что действительно команда... Five Elements сейчас немного сдает свои позиции. Они не отыгрывают на весь свой максимум. Они не попадают в то, что должно у них было просто залетать со 100% вероятностью ранее. Так что сейчас ребятам действительно нужно будет сесть как-то вечером, желательно вот именно сегодня после матча, поговорить, что у них пошло не так, добраться до своих реплеев на Ютубе, ну и в соответствии уделить этому час-два времени и в соответствии разобрать все, иначе ребята действительно очень сильно рискуют потерять свои позиции в турнирной таблице. Ну и посмотрим, как они проведут атаку. Да, здесь, кстати, Стиви теперь поменял девайс, он играет со СК-2010 в атаке, и Роуз играет в упоре на Корби. Кстати, Роуз для Стиви может быть крайне неприятным соперником именно на упорной дистанции, потому что все-таки крисы есть крисы, но СК-2010, как бы он ни был хорош на средних и дальних расстояниях, все-таки крисы в упоре будут посерьезнее девайсом. Но здесь Тимоха знает, что его идет Аркадий Троуз, Эдмайер 2 минуса, и это 4-2 для обороны.
Есть минус от Стиви, очередной. Смещение у нас имеется тем временем на шорт. Там закидывают просто хаешками Тимоху и Стиви. Но есть все-таки минус от Коби. Но у Стиви за спиной еще находится Эдмайер. Так что здесь Стиви далеко не уходит. Это пятый раунд к ряду ставят для себя игроки команды X-Qual. Five Elements, очнитесь, очнитесь. Здесь уже просто очень жесткая пощечина залетает со стороны команды X-Qual. Невозможно не очнуться, невозможно сейчас не вернуться в свою колею. Но если они продолжают также сливать просто раунд по оппоненту, то мы рискуем увидеть довольно легкую первую карту для X-Qual. Ну, знаешь, здесь опять же есть определенная доля вероятности того, что вот эта линия вот этого просто фарса раундов в исполнении команды X-Qual, она может быть переломлена. Если вот выиграют 1-2 раунда условные Five Elements, и команда X-Qual также может осесть, как осела команда Five Elements после клатча, да, в исполнении игрока команды X-Qual, когда он играл 1-4, это тот момент, о котором я говорил. То есть они реально могут осесть. Может быть переломный момент еще в этой карте, и Five Elements должны этого стараться достигать, и чем быстрее, конечно же, тем быстрее, точнее, тем и лучше для этих парней. Рос в упоре будет принимать заход в аплент, здесь молодость вместе с Рэдом вдвоем, ну, конечно же, граната на X довольно часто бросается, но не знаю, если бросят ее Five Elements в этом раунде или нет, но пока что ничего не свидетельствует. И ничего не влечет к этой гранате. Но они заходят довольно спокойно. Роуз погибает. Спарс находит размен. Ну и Спарс Кузы вдвоем. И сейчас, вероятнее всего, тот самый переломный раунд и будет. Ну что, Спарс находится на пятаке. Пошла перестрелка. Пытается еще и Куза добраться до своего энеми. Есть по нему информация. Пошел дамаг. Тимоха находит неплохой минус. Тимоха дабл килл. И все-таки этот раунд отыграли для себя игроки команды Five Elements. Но надо возвращаться в игру как можно быстрее. Если сейчас парни будут продолжать давать раунды своему оппоненту, они просто рискуют отдать эту карту. Даже качели этих ребят здесь навряд ли устраивают. Могут на них дойти, конечно, до дополнительных раундов, но тем не менее надо брать стрик. От 505-го неплохой минус по Роллсу, но здесь опять же игроки команды X-Qual начинают чувствовать себя еще более увереннее. Опять очень много аркад с их стороны наблюдается, а команда Five Elements к этому просто начинает привыкать. Еще один минус, и вот это аплента. Вот о чем я говорил, вот он, переломный момент. И сейчас Коби, если погибает, он оставляет абсолютно беспризорным аплент. Только Эдмайер может спасти эту ситуацию. Первый минус от Эдмайера есть, второй есть, отлично, Эдмайер вот сейчас было очень классно, но вот погибать не имеет права вообще. И он выбирает для себя очень интересную позицию. Позиция, которая, в принципе, должна привести его к фрагу в апленту во время установки бомбы. Но соперник вроде знает, что далеко-то Эдмайер не ушел. Но дилемма-то в том, что они не знают конкретно, куда он ушел. А Эдмайер тут сидит в дымах, и он сейчас пойдет за третьим фрагом. Вот он, все, он три фрага сделал. Железобетонных три фрага. Да ладно, Эдмайер, ну какой же царюга. Ну что, что они делают? Five Elements просто на ровном месте отдают свой раунд. Ну еще не отдали, но пока что все идет именно к этому. Но если сейчас 505-й не законтрит Кузу, то все. Все, это финиш будет для ребят, но смещение имеется. Да, пошел на чек пятака. Почему? А почему Куза вообще никуда не рыпнулся? Почему он не попытался разменяться? Он ждал ошибки от 505-го, что он все-таки пойдет дальше давить плент. То есть позиция Кузы здесь не читалась на самом деле. Но, тем не менее, 505-й нашел минус по пятаку, и он моментально смещается. У него, в принципе, есть время для того, чтобы добраться до бомбсайта, ну и в соответствии там поставить плейнт. И Куза при этом совершенно не пытается сместиться куда-то еще. Но вот 505-й уходит как раз-таки на лонг. Уже чекает пятак, нету никого на пятаке, занимает бетон. Ну и в дальнейшем будет ставить плейнт. А от Кузы будет смещение, но там посмотрим, как пойдет. Попытается ли он сыграть через ЦК, возможно, на лонг, или же все-таки пойдет через дом. Но 505-го с первой линии довольно неплохо. Пристрелка идет, и на голову играет этот парень хорошо. Так, ну слушай, 505-й, конечно, сыграл сейчас просто это next level gaming какой-то, убежал на B-плант в такой ситуации. Хорошо, нарейдил Кузу, но еще бы фраг сделать было бы вообще замечательная и эпичная концовка этого раунда для него, но все-таки Куза берет этот раунд, раунд, который X-Qual проигрывали просто в салате, но Эдмайер, который выжил с пятерки на троих соперников, там, я не знаю, одного в окне закрыл, другого, который пробегал в плент, третьего в пленту. Я не знаю, конечно, Эдмайер там настолько много работы сделал, что переоценить этот момент довольно тяжело. Но это уже, какой у нас счет получается, 7-5 в пользу команды X-Qual. И слушай, они пока что очень классно выступают.
Ну, очередная аркада от Эдмайра и Ролса. Ролс погибает, Эдмайр отправляется следом в таверну со своим тиммейтом. Ну и сейчас 5-3, если и этот раунд дают игроки команды Five Elements. Но я не знаю, парни, что здесь может вообще вас спасти. 505 спокойно заходит за спину к Спарсу. Есть минус, Куза отыгрывает по первой линии. Но Коби справляется с Редом, зато 505 вместе с молодостью не прощают. Есть еще один раунд, ну и надо брать сейчас... 3 раунда в ряд команде Five Elements. Тогда для них все будет замечательно. Если до четверки добираются X-квалы, там на топах придется потеть. Да, и я с тобой полностью согласен. Но вообще, думаю, X-квалов сейчас в приоритете стоит 5 раундов, именно чтобы выиграть эту карту. Но для этого надо еще, конечно, поработать и поработать. Ну, один раунд всего лишь составляет преимущество у X-квалов, поэтому раунд сейчас во многом предрешающий, да, который может, в принципе, и вывести как нынешнюю команду Five Elements, так и снова на отрыв в 2 раунда команду X-квал. Очень важно команде Five Elements сейчас не ударить в грязь лицом. Надо подумать тонко, как сейчас играть. Ни одного раунда, кстати, с прокидами с четверки на мусорку не было, с полноценным заходом в аплент, с раскидом. И сейчас, опять же, команда X-Qual находит для себя первый минус, и Five Elements будут играть в меньшинстве. Они будут искать сейчас этот фраг равновесия, но получится ли или нет, пока что непонятно. Но здесь сразу 3 игрока у X-Qual'ов были под аплентом. Посмотри, насколько оборона динамична здесь. То постоянно на пятерку бегает, то постоянно в аплент забегают игроки X-Qual'ов. То есть здесь прямо ребята действуют, ну, очень на быстрых скоростях. Ну и в соответствии они очень быстро читают эту критяшку команды Five Elements. Да, когда они находились в районе аплента, они очень динамично здесь отыгрывали. И у них была информация, что соперник находится на стрите. Там была хоть какая-то перепалка, но тем не менее смещение от команды Five Elements сразу же утекли под аплентом. Смещение на Б-сайт, откуда есть неплохой минус по 505. Тимоха разменялся бы на лонг. Есть неплохая серия минусов от команды Five Elements. Но здесь же Роуз подтягивается вместе с Коби. Есть минус. Молодость разменялся и выступает сейчас 1-1 против Коби под Б-сайт. Сайтом сотни хелсбара у Коби, 43 у молодости, но Коби пытается задавить еще своего оппонента, но Коби сейчас явно чувствует в себе уверенность, просто летит вперед, 20 хп остается у молодости, но молодость задавит. Как он живет, но Коби его сейчас убьет. Коби бьет, Коби сыграл по хитам, он просто включил КТРЛ и задавил своего соперника со стороны. Это 8-6. И слушай, преимущество, опять же, в 2 раунда восстановлено X-квалами. И здесь Five Elements, кроме как сразу брать 3 раунда подряд в атаке, выходов, по сути, нет. Ну да, можно там еще один отдать и сыграть на допах, и брать 3 подряд. То есть, ну, по сути, сами себе Five Elements сейчас обеспечили как минимум напряженную борьбу на допах. А там кто знает. Тимоха, еще один минус есть по Эдмайру. Один на Б остается у нас Кузун, там Роуз, я так полагаю, пошел в спину. 3 фрага подряд от X-квалов. 4-й падает от Спарса и Стиви. В гордом одиночестве остается на мусорке на Зиге. Слышит Спарса. Как он среагировал? Это просто невероятно. X-квалы идут к победе. Это если не победа на этой карте, то как минимум допы. И как же X-квалы хорошо играют сейчас в обороне. Как же это быстро. Динамика у них, конечно, действий в перетяжках. Это запредельно пока что. 3 раунда, это 3 попытки у команды X-Qual сыграть так, как они хотят, так, как им угодно. И в соответствии, мне кажется, среди этих 3 раундов любая должна будет зайти. Но вот здесь попытка сыграть против Коби и Спарса не увенчалась удачей. По первому же таймингу есть минус. Минус 2 игрока из состава команды Five Elements. Но есть еще один фраг от Роллс. Закрывает 505-й. Конечно, Андрей Калугин разменялся. Но и ситуация-то не совсем потеряна для Five Elements. Это 3 в 2. Стиви, если добирается до Роллса в районе аплэйнта, то можно попытаться пробраться непосредственно под бомб-сайт, но здесь находится Коби с дома, 50% здоровья у этого парня, но пока что принимает решение отойти немного назад. Все, по Стиви есть информация, есть дамаг от Роуса, у Роуса 3 хп остается, но и Ред скоро тем временем выходит, он как раз таки сейчас аккуратно зайдет в дом. Ой. И Коби навряд ли его чекнет. Ой, как же Роуз там живет, ну как же он там живет, Коби сейчас погибнет, что творится вообще на карте, боже мой. И в итоге Роуз уходит вообще под короб, Ред закрыт в доме, и сейчас как раз таки Роуз скоро бы его и может дождаться. Это, слушай, это просто какие-то кошки-мышки, я не знаю, как Реду уйти отсюда, непонятно. Стиви, понятное дело,
идет к нему на хилпу выбивать пятерку, но Роуз уже в абсолютной недосягаемости для команды Five Elements. То есть он просто стоит на этой позиции перед коробом, и он может делать абсолютно что хочет. И команде Five Elements остается только догадываться, куда он ушел, а Реду просто так-то с дома не выйти. Здесь его постоянно чекает Куза. И Куза знает, что Стиви будет помогать своему тиммейту в любом случае. И Ред пока что никуда не ушел. И Куза это прекрасно понимает. И вот сколько времени выиграет Ред, это большой-большой вопрос. Но пока что Ред продолжает играть с дома. У Стиви задача сейчас главная — законтрить как раз таки выход стрита. Куза выходит на перестрелку против Реда. Есть неплохой минус. Что такое вообще? Что залетает в этих пацанов сегодня? Это, блин, ну они красавчики, но серьезно, они очень классно попадали.